Завтра в Чебоксарах начинает работу ежегодная ярмарка «Дары осени». Она продлится до 18 октября. Как показала практика, такая форма пользуется большим спросом у населения в сезон заготовок. На ярмарке «Дары осени» можно будет недорого приобрести продукцию от фермеров и других сельских организаций. В столице республики сельхозярмарка будет проходить в торговых комплексах и на рынках. Места для продажи сельхозтоваропроизводителям предоставят бесплатно. Будет организована бесплатная доставка сельхозпродукции ветеранам, пенсионерам, инвалидам, многодетным семьям. Во время ярмарки планируется проведение различных праздничных мероприятий, выступления народных коллективов и конкурсов с призами.